Я рада приветствовать вас на своем канале. Мое утро сегодня началось с уборки Мишуткиных рубашек, которые с утра Машенька достала из комода. Можно сказать, у меня начинается каждое утро именно так. А затем я застилаю кровать. Мне очень нравится это покрывало. Когда застилаешь кровать, не видно ни одного изъяна. Просто кровать идеально ровная. Ну и здесь мы уже переходим с вами в кухню-гостиную. Дети поиграли в игрушки вчера вечером, а сегодня с утра мы и приступаем к уборке. Миша свои игрушки уже сложил, причем с вечера это сделал, а Машенькины игрушки мы с ней собираем вместе. Ну, тут совсем немного, застилаем также диван. Ну и, конечно же, ни одна моя уборка не обходится без пылесоса, правильно? Потому что пылесосим мы очень-очень часто, минимум 2 раза в день. Чисто. Переходим с вами на кухню. Здесь я вытираю столы, убираю также посуду, ведра, все по своим местам. Так как мы уже позавтракали, я убираю со стола, вытираю стол, убираю тарелки, загружаю посуду в мойку. И именно в зале и на кухне я мою полы тряпкой, потому что здесь линолеум и тряпкой намного удобнее мыть полы. У нас постелен ламинат, поэтому мне здесь удобнее мыть полы именно такой швабры. Она моет, не оставляя разводов, и получается очень даже быстро. Дома я убралась, все вымыла и выхожу на улицу, на крыльцо. Также я решила сегодня помыть наше огромнейшее мусорное ведро и вытащила его на улицу. Оно стоит у нас в кухне. Приступаю к мытью полов на крыльце. Ничего не заканчивается. Мы с вами переходим поближе к сараям. Здесь у нас сидят кролики. Я убираюсь у нашего кролика Питера. Можно сказать, сегодня в сараях у нас генеральная уборка. Так Ксюша убирается у кроликов каждое утро. В сараях тоже убираемся каждое утро. Ну а сегодня я решила прям вычистить все клетки кроликам, чтобы у них была чистота. Сначала я мастерком пыталась счистить, но у меня не совсем получалось. Я сразу грузила в тачку, а потом я решила все-таки открыть дверь и покидать все на пол смести. А потом я согребу это все хозяйство совковой лопатой. Так будет намного быстрее и намного проще. Ну а раз я решила выгребать совковой лопатой под клетками, то я решила уже и возле сарая навести также порядок, и подмести здесь, и также все сложить. Здесь мы режем курам кабачки, даем, они прямо здесь ходят, у нас кушают. Здесь у нас старенькие курочки с петушком.
крольчатника до козовника совсем недалеко. Я уже убираюсь укос. Укос я провожу уборку такую генеральную раз в неделю. В козьих кормушках постоянно лежат ветки клёна, ветки вяза. Вечером, когда я пасу коз, нарываю им ветки деревьев либо траву. Козы, для вас чистим. Ты куда пошла? Посмотрите, кто у нас тут. Что за радость? Ласточки. Цемент на кирпичи, на блоки. А мастерком еще можно очень хорошо почистить козовник, крольчатник, отскрябать старые какахи, въевшиеся в доски. Это просто лайфхак. Он отлично вычищает между досок. Куры гуляют, козы кушают. Ну а мы сейчас с вами повезем вот такую тачку навоза. Ну что, посмотрим на результат нашего с вами труда. Мы все убрали, почистили, подмели. И у букетика здесь убрались. Ну а здесь уже курочка ходит с цыплятами. Пойдемте, красотки. Мы сейчас с вами еще отнесем воды бройлером. Раз на